Первый угловой. Да, вот так, поднимая палец вверх, Мамберам Диоф благодарит партнера за то, что позволил ему навязать эту борьбу. Салиф Сане как раз шестой номер вместе с Кулибали и остальными мощными. Там просто, я не знаю, как назвать, какая-то чехарда. Удивительно, почему не прострел прямо в руки Войса Пущенскому приходит мяч. Вот она в повторе, та самая кутерьма. Сане держит за... Своего футболку, держит. Да. Смотрите, вот и потеря Крыховика. Ньянг разогнался. Похоже, было уже нарушение, если не здесь, то чуть раньше. Желтая карточка. Мы весь первый тур обращаем внимание и уже поняли, что это рекомендация FIFA на осторожность рефери в вынесении этих решений. В первой карточке вот он показывает. Джегош Крыховик, два фола. Пожалуйста, будьте любезны. Да, сам виноват. И все-таки. Ну-ка. Да, Сане. Ну, щечкой с такой дистанции сборной Польши, может быть, ни у кого нет. Ответ сборной Сенегала врывается, неся на плечах. С длиннющими ручищами, еще и подчеркнутыми яркими перчатками. Очень, конечно, колоритен Хадим Ндиай, но все равно, вот по умолчанию, это, конечно, такой тревожный пост в сборной Сенегала. Богатая, как мы понимаем, а это очень неплохой рывок защитника. Ньянг! Это был пас, мне кажется. Не выбрал, по-моему, не выбрал вариант. Ни удар по воротам, ни пас на Диуфа. Совсем ни то, ни другое. Близко даже не получается. А вот проникающая передача из глубины просто великолепная. Альфред Ндиай. Для размышления прострел. Подбор. Зелинский удар с рикошетом. И здесь еще вдруг выныривает, откуда ни возьмись, Камил Грачицкий. Бьет головой. Без положения вне игры. Любой подобный момент будет опасен. И главное, что поляки наверняка будут заряжены на их реализацию. Классный перевод. Блащиковский. Куба Блащиковский на всякий случай упал, но не обращает внимания арбитр. Удар Роберта Левандовского. Лучшего бомбардира не только европейского, а всемирового отборочного цикла чемпионата мира. 16 забитых мячей. Он практически все мячи своей команды забил в этом цикле. Поляки были очень результативны. Ох, как здорово сыграл Ваге, тот самый юнец, 19-летний. Его подача сейчас! Отскок! Защитник, 19 лет парню, играет за команду Эйпен. Кто такую знает? Бельгийскую команду. Но, тем не менее, это такая маленькая, пока незаметная жемчужинка, которую уже вкрапил в состав Алиу Сиссе. Пауза. Примерно за 10 минут до конца первого тайма. Там, видимо, свело ногу или просто боль почувствовал в столкновении сенегальский игрок. Ну и все сразу воспользовались этой передышкой, подбежали и пас сыграть, и разыграть комбинацию. Вот тот эпизод, когда на ахилл Сабали наступил якобы Блащиковскому. И вот сейчас об этом вспомнил, ну минут через 20. На всякий случай. Разворот. Есть партнер справа. Ударная позиция. Идриса Гия. И гол! Рикошет помогает Сенегалу выйти вперед. И вот как, поддержав атаку, центральный полузащитник и отличается. Это нужно было сенегальцам. Ну и Мане. Пауза. Все прекрасно. Идриса Ганагие, самый опытный, по крайней мере, по количеству матчей, проведенных за сборную Сенегала в этом составе. Это Ньянг, да, это он, красавец, все здесь сделал, обокрав пищика. Угловой ворот сборной Польши. Подача, и вот она, баскетбольная команда Сенегала со второго этажа, Салиф Сане. Рубль 96. Но он действительно как слэм-данк, да, вбивал мяч вниз, сверху уже взмыв, но там не оказалось, скрывается. Ох, здорово. И там фол был, на самом деле, на Идриса Гие. Кстати, работу арбитра я бы отметил. Бахрейнец, Навал Шукрала, ну, все по делу, мне кажется. Не в том плане, что
Нет, я начал вдумываться. Навал пробил с помощью рикошета. А давайте-ка вспомним 2002 год. Тот самый дебют на чемпионатах мира сборной Сенегала. Кого обыграли сенегальцы в стартовом матче? Как они ее обыграли? 1-0. Красиво, по-моему. Сейчас Алиу Сисе, мне кажется, с большим удовольствием дожидается перерыва. Тот самый капитан сборной Сенегала, тех самых львов Теранга, которые... Полякам надо что-то придумывать. Так просто на этих скоростях сенегальскую команду. И не Милик. Удивлялись мы паре форвардов, которая как будто превратилась в одного форварда. Предыдущую конструкцию, конструкцию первого тайма. И сейчас мы будем наблюдать совершенно другое уже. Бетнарок выходит. Составы напомним. Но после сенегальской атаки... Здесь было опасно, кстати говоря. Не затормозил сенегалец. И досталось как раз появившемуся на поле Яну Беднарку. Итак, состав. Будем надеяться, что все обойдется, хотя очень так призывно машет своим докторам Войцех Щенсны. Красивое было движение Садио Мане, когда он делал передачу. А здесь лбом врезался в пробегающего, уже не желавшего никакого конфликта. Поляки атакуют сейчас. Хватит Левандовскому скорости. Проскакивает Салифа Сане. Похоже на красную, нет? Шикарно сыграл Роберт Левандовский в отборе. Тут же набрал скорость. Итак, решение за арбитром. Желтая карточка в его руке. Навал Шукрала показывает желтую. И с чем спорят-то, собственно, сенегальцы? Нет, это отлегло. И он начал спокойно уже показывать, что он вообще не фалит. Левандовский, Грошицкий. Кто? Роберт бьет и попадает. Очередной раз мы его отмечаем, а это повтор удара Левандовского. Ну, опять же, классика, вам посмаковать. Да, но удар должен быть посильнее, чтобы голкипер... Забегание его, и он получит мяч. Прострел, удар с хода. Роскошный момент. Под себя, на себя, а тут уже и страховка. Ну, как они обучены, как они понимают друг друга, эти львы-теранги. Не хотел довольствоваться угловым Роберт, да, и в результате не получил ничего, ни прострела, ни момента. Уже пришел Маци Рыбус, но Шмилик, Рыбус. И здорово! Это здорово, Скода удар! Все видел и подготовил этот удар Пищик, и, конечно, расстроен, что не вышло, как хотел. Ну что, подключение защитников, без них никуда не денешься. Рыбус справа, уж не знаю, Пищик может быть и один. Пущено и не случилось. Замена! Честно, потому что Ньянг ведь по-настоящему откуда ни возьмись. Его не должно было быть в этом эпизоде. Чего вернул это? На поле. Но поляки еще не видели, что ему махнул рукой арбитр, позволяя вернуться. И это все карты смешало. А кто просил выключаться из эпизода и не обращать внимания на выход нападающего? Он. Пас, да, вот смотрим, вот возвращает. Ему руку Ньянга протягивают, пожалуйста, выходи. И нам пас делает Криховик. Вот это передача на ход сопернику. При этом выскочил Щенсны. Из-за этого остановился защитник. И так они все сделали, чтобы пустые ворота мяч завел Баньян. Нет, поиск, конечно, виноватых – это последнее дело, особенно для нас. Там, наверное, в Польше подумают и разберутся, но это, конечно, была травма. Все вычеркивает. Есть время, есть прострел. Миллер! Опережает блистательно он Салифа Сане, но в ворота не попадает уже из пределов вратарской. Все-таки, если Сенегал так глубоко опустится, то могут, смотрите, как мониторы. Нет, значит нет. А у нас штрафной удар, подача, хорошо! Это гол! Джагаш Криховик отыгрывает один мяч. Ну что, повеселее, все-таки финиш этого матча. Единственная ошибка сенегальской обороны за все 85 минут и...